Ежедневно с 8 утра сотрудники турсервиса выезжают на влажную уборку. С помощью поливочных машин проводят помывку всех дорог муниципалитета. После зимнего содержания всегда моются дороги муниципальные все. И остановочные павильоны с тротуарами, специальным средством автодоровским. Средство, в состав которого входит шампунь и другие чистящие вещества, помогает справиться с остатками противогололедных реагентов, которых на дороге было высыпано в зимний период огромное количество. Как только потеплело, начали сразу производить данные работы. Уже заканчивается. Я думаю, что еще до мая будем мыть. Дорожный рабочий Владимир Владимиров моет тротуары на улице Старонагорная. Опять же, с шампунем, признавая, что простой водой так хорошо всю грязь не отмыть. В прошлом году он тоже был задействован в подобной работе, и ему есть что сравнить. В этом году больше, потому что снега было меньше, снега вообще не было, грязью невыносимо. В Расторгуевской части Видного мы застали рабочих, моющих остановочные павильоны. На помывку одного уходит примерно полчаса. Все остановки также промываются специальным моющим средством. Сначала намыливают, а потом смывают чистой водой. После длительного зимнего периода первая весенняя влажная уборка, пожалуй, самая трудозатратная. Последующие уже будут немного проще, ведь в течение года сотрудники дорсервиса несколько раз проводят помывку всех остановочных павильонов муниципалитета. Татьяна Брылова, Сергей Ларин, Видное ТВ.